парня, день сегодня на стол. Я скажу, считаю, что мне нравится сходить на игры в футболе. Сейчас если забивают, то... Чисто угореть, да, там парней поддержать, там увидеть, как твои пацаны с кем-то на футболе вместе шизишь. Белая семья, всем привет, я расступлю. Вот это поддержка медиалики, бля. Друзья, всем огромный привет, начинается новый выпуск Дневника Фаната. Это будет насыщенная история красно-белой недели. Сразу скажу, в этом выпуске у нас будет два победителя. Мы сделаем розыгрыш. Первое место заберет футболку народной команды с автографами игроков и сертификат от Fratry Shop на 5000 рублей. А второе место заберет фирменный мерч от наших друзей от Винлайна. Это будет худи. Сейчас зима, нужно греться. И также сертификат от Fratry Shop на 3000 рублей. Представляете, если поудобнее, ставим лайк этому выпуску, пишем комментарий, подписываемся на канал и смотрим этот выпуск. Будет много чего интересного. Погнали! Братцы, продолжаем наш влог. Сегодня дерби «Спартак-Динамо». Едем в бар с «Свинью и Розу» смотреть футбол. Поговорим сегодня с Витей, одним из наших заводящих. Пообщаемся на тему того, как продолжается жить без стадиона. И посмотрим футбол в приятной компании. Короче, 2-0 первый тайм, здорово, а у меня еще экспрессик на Винлайне стоит. И опять меня «Спартак» с «Динамо» просто... Это ладно. Друзья, 95-я минута, 2-0. Витю вы уже знаете, мы снимали недавно с ним выпуск, вспоминали выезда в город Ярославль, да, в том числе. Новгород, в том числе. Да. Вить, ну давай продолжим ту тему, как тебе живется без фанайди. Повторюсь, Витя один из заводящих нашей трибуны «Север». Как себя чувствуешь, блин, что посещаешь? Очень хреново, хочется капец как на футбол. Все, конечно, это не особо прям все вкалывает, но есть регби. Есть хоккей, сейчас будет 14 октября выезд в Нижний Новгород опять, кстати. О, кстати говоря. Суббота, офигенная будет погода, офигенное время. Всем советую, все, давайте все рвите на хоккей. Плюс у нас регби, опять же повторюсь, плюс кто хочет альтернативу, пожалуйста, вот вам народная команда. Тоже можно офигенно пошизить, классно провести время, также встретиться с братвой и не забывать, как говорится, весь наш репертуар и опять его пропивать и делать такую же офигенную атмосферу на трибуне. На народной команде, такую, как делали мы на трибуне «Север». По поводу регби, что случилось, мы сейчас покажем видос, я не знаю, вроде это были, как говорят, вроде даже и не наши парни, да, не знаю, кто это был, во-первых. После чего регбистов лишили главной поддержки, болельщики «Спартака» и нас в том числе. У вас была встреча с регбистами перед матчем. Они вообще офигели, были в шоке. Расскажи поподробнее, как эта встреча произошла. Федерация регби, трудовые резервы, запретила посещение болельщиков из-за того, что пожгли, скажем так, фейера. Ну, как в этом ничего нет объективно такого. Вот. И мы с ребятами договорились поддержать хоть каким-то способом команду. Договорились перед игрой встретиться, взбодрить их, зарядили, парни закомбэчили. Но это в итоге сыграло ключевую роль. Конечно, они закомбэчили игру. Если я не ошибаюсь, 31-29, да, что типа да, того, да, торпеда да, выиграли, да. И все, типа, они выходят в финал. И вот это круто. И надеюсь, что сейчас, может быть, хоть какие-то будут послабления, чтобы на финальную игру мы опять же всей братвой встретились и круто пошизили и погнали команду вперед. Вот. И мы надеемся, что скорее всего, может быть, будет послабление, и мы сможем парней в финале поддержать и сделать наикрутейшую атмосферу. Практически такую же, как была на «Нефти». Слушай, друзья, ну а вы накидайте лайков обязательно. Как это, да, работает в интернете, накидайте лайков, чтобы это послабление были. Да, да, да. 2000 лайков и послабления будут. Друзья, пока вы смотрите этот ролик, хочу вам напомнить о наших друзьях из букмекерской компании «Винлайн», которые сейчас проводят мощнейшую, очередную мощнейшую акцию для всех пользователей
Она называется UFC 294. Что нужно сделать? Нужно поставить ставку на UFC 294, которая будет проходить 21 октября. Сумма 2940 рублей. И вы автоматом принимаете участие в этом розыгрыше. Победитель этого конкурса, который будет выбран рандомным способом, может поехать в Абу-Даби. Билайн за все заплатит, как обычно, без вариантов. Поэтому, любители UFC, переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Ставьте ставочку на своих любимых бойцов и принимайте участие. Будем спасибо Билайн за то, что нас поддерживает. А мы с вами этот выпуск дальше. Друзья, продолжаем наш видеоблог. Сегодня день матча, четверг. Народная команда против сахалинца. 1/8 медиалиги. И для народной команды сегодня ключевой день в истории. То есть мы в том сезоне выходили в 1/8, но не прошли дальше. Сегодня у нас есть второй шанс это сделать. Братуха, опять снимаешь? А знаешь, что ты еще не снимаешь, брат? Ты еще не снимаешь топовую историю. 1/8 финала. Народная команда «Сахалинец». Надеюсь, полные трибуны. Хорошая игра и 1/4 для народной. Поэтому, друзья, ставим лайк этому выпуску, пишем комментарии авансом, подписываемся на канал и максимально верим в народную. Я максимально верю. Если ты тоже веришь, ставь лайк. Поле должно гореть, а мы должны побеждать. Погнали. Мы сделали ту историю. Мы сделали ту историю, когда люди, кто бойкотирует сейчас, могут приходить в народную команду, встречаться с друзьями, шизить также и все-таки не забывать ту самую атмосферу. Поэтому буквально еще, наверное, часика-полтора. Для вас это будет очень быстро, для нас полтора часа ожидания и начнется матч. Ставьте лайк, не забывайте подписываться на канал, ведь в этом выпуске будет топовый розыгрыш, вы об этом знаете. Смотрим. Сегодня мы шаг не сделали в 1/4 финала. Сегодня мы можем исправиться, сделать этот шаг. Парни, прошу вас просто об одном, чтобы сегодня на этом перекрестке дорог мы выбрали верный путь, чтобы потом повернулись назад и сказали: «Я красавцы, что мы свернули направо, а не налево». Один за всех! Везде дорог! Один за всех! Везде дорог! Один за всех! Везде дорог! Для дневника фаната снимаем, ёбан! Давайте! Счет, пацаны. Кирюха палец забивает гол. Народный сохраняет все шансы. Все мы можем, реально все можем по игре. Давай, эмоции от атмосферы. Они похожи на эмоции, когда ты играл в «Спартаке»? Именно в плане мои болельщики, все у нас пойдет круто. Надо выигрывать, это наш, чисто наш, блядь. Я, конечно, на самом деле считал, что, конечно, мы считаем аутсайдеры, да, но то, что сейчас происходит, ну, блядь, мы можем спокойно, я думаю, будет болетали тем. Слушай, он сейчас снимает для дневника фаната, может, поддержку все время привет. Наста белая семья, всем привет, я вас люблю. 5, так, друзья, булеталити, короче, либо пенальти, либо булиты, и сейчас все решится. Короче, ну все, все или ничего, как говорится. Смотрим, смотрим, либо в 1/4, либо с боем, ну, блядь, вылетаем. Давай, Влад, можем! Так, друзья, друзья, у нас 4 из 4. Влад, верим! Если сейчас Хаинис не забивает, то, наверное, все. Давай, Влад, можем! Спартак! Ой, ой, ой!
продолжаем свой видеоблог. И сегодня еще одна игра народной команды. 1/4 финала в Винлайн Медиалиге. Антон Ходорев с нами. Хорош, ну давай, эмоции вижу, тебя переполняют. Рвать бруку, приехали. Когда за Спартачок играли. А-ля Спартак ЦСКА, типа сегодня похоже. Дубль, да, вот тут легендарный про это рассказывал. Естественно, да? Естественно. Нет, прям такие эмоции, прям такой адреналин. Прям это, хочется прям выскочить на поле. Прям ребята, они на глаза горят. Прям. Друзья, ну вот сам готов сегодня топить, а ребят, наоборот, будут в каждую интервью лезть. Мурашки, у меня мурашки начинаются. Что, Костя, Москва, Костя. Туда их Москва заодно отрекламирует. Здесь. Ну, давай, ты человек много поел за Спартаком, много повидал. Так. Эмоции на медиафутболе, ты часто с нами. Что ты можешь сказать по этому поводу? Я хочу сказать, что мне нравится, что происходит на медиафутболе. Не всегда, правда. Опять же, мой негатив по поводу всяких трэш-токов и неслежения за языком у многих персонажей. А так, в целом, атмосфера очень приятная. И качество игры у нас все лучше и лучше. Растет и растет. Вижу блеск в глазах у ребят. Наконец-то они становятся действительно командой. А не сбором, махновщиной, как это можно было сказать, имеющей отношение к Спартаку. В общем, все хорошо. Положительно. Все положительно. Как ваш проект развивается, продвигается? Я надеюсь, он загнется нахрен, проект с диваном. Наконец-таки он канет в лету. Все, надоело. Слушай, ну если он канет в лету, то я тебя в очередной раз приглашаю вести топовый проект «Дневник фаната». Парни, если вы хотите видеть Костю Москву с нами очень часто, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Хорошо, я подумал о вашем положении, Сергей. Да. Ладно, ставки ставить не будем, сегодняшний матч. Просто пожелаем удачи. Да, я не умею ставить тем более ставки. Поэтому просто посмотрим. Да, я как раз смотрю. Все, спасибо. Спасибо за внимание, ребят. Давайте. Закрывай камеру. Пропустили гол за 3 минуты до конца. 1-0. Броуки повели матч. Тяжелая вязкая игра, блядь. Не знаю. Очень верю. Полторы минуты еще играть. Друзья, ну что, эта прекрасная история народной команды в этом сезоне закончилась. К сожалению, вот так вот, непонятно, на самом деле, осадочек какой-то стрёмный, да, то есть там за 2 минуты до конца, там за 3 пропустили. Необязательный гол, не дали нужной борьбы, наверное, в центре поля, но в целом я обожаю свою команду, я люблю всех пацанов, я люблю всех болельщиков, кто пришел сегодня. Это было хорошо, это было легендарно. Пусть лига, наверное, кто-то будет радоваться, что мы вылетели. Поэтому что, друзья, Ну, спасибо. Давайте поговорим. Друзья, ну что, продолжаем свой видеоблог. Столько еще насыщенная неделя. Сейчас мы приехали настраивать команду на дерби. Ленинградка. Сейчас ребята на самом деле об этом еще не знают. Там знают 2-3 человека из команды. Сейчас встретимся, пообщаемся. Видосик в Телеграме вы уже видели, ссылочки перед вашими глазами. В общем, попробуем зарядить пацанов, чтобы сегодня в дерби победа была за нами. Народная команда. Это Серега какой-то. Здравствуйте. Как будто на драку идем. Давай,
самая важная игра в нашей жизни. Ни для кого не секрет, что она значит. Здесь нет, блядь, парней, которые вообще, блядь, без мотивации сегодня выходят. Вышли жестко, по тренерской установке, сыграли жестко. Самый полный самоотдачи. Вы должны сегодня рвать и метать на поле. За вами постоянно все смотрят, всякие блогеры, всякие недоброжелатели, все ваши игры рассматривают. Мы должны сегодня всем негодяям утереть нос, блядь, по полной. Все собрались, давай, блядь, один за все. И все за одного. Один за все. И все за одного. Один за все. И все за одного. Стоп, си, Спартак. Стоп, си, Спартак. Детишки встретили футболистов. Настроили ребят, надеюсь на победу, поэтому сейчас отправляемся делать дела и вечером смотрим футбол с Свиньей Рози. Ждем победу, друзья, ставьте лайк, если вам эта тема понравилась. Давайте, не переключайтесь, будет интересно, как говорится. Это бахус, парни, просто, блядь. Что, друзья, 1-1, Квинси Проми, сравниваю счет. Все ровненько, пока верим. Подошла к концу, сыграли в ничью с конями, блядь, радовались матчу, как будто. Как будто выиграли, поэтому. Фу, друзья, ну что, выпуск подошел к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что если вы подпишетесь на канал, поставьте лайк этому выпуску, напишите любой комментарий, вы можете быть участием в розыгрыше. Первое место, повторюсь, заберет футболка народной команды с автографами всех игроков и сертификат от Fratelli Shop на 5000 рублей. А второе место получит фирменный худи от Винлайн, очень теплая. И также сертификат от Fratelli Shop на 3000 рублей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой еще вы хотите видеть выпуск. Понравилась вам идея с этим влогом, как мы снимали раньше, старая добрая история. И впереди много чего интересного. А если вы хотите, чтобы мы отправились в Сербию на выезд, на матч Лиги Чемпионов, Звезда Лейпциг, напишите также об этом в комментариях. Всем спасибо, это был Серега Кучер. Братва, не теряйтесь, все только начинается. Всем спасибо за просмотр, увидимся.